вперед. Неплохо. Зажги. Здравствуйте. К сожалению, было пророческим, что никто не услышит. Небрачный сын Шахрина. Так я и знал. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Меня зовут Артем Уланов. Мне 41 год, я из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Спасибо большое за выбор композиции. Мы все получили удовольствие вспомнить. Даже там орали. Я не знаю, слышно было. Уральскую антологию. Так вы бы орали меньше, да поворачивались бы. Молодец. Ответ изящный. Такая композиция, знаете ли, она провоцирует на совместное песнопение. Вот мы и спровоцированы были вами, собственно. Спасибо. Но мы сидели и пели, и кайфовали. Во всяком случае, руки ваши Пелагеи я видел. Это приятно. Махали? Они махали. Спасибо за эту песню, потому что... Ну, это здесь редко звучит, на самом деле. Практически никто это не берет. И чей вам привет! А вы хотели нас, видимо, порадовать и себя заодно. Вы нас так порадовали. Ну, у меня просто и голос, и душа поет под нее, поэтому... Спасибо вам большое. Спасибо, что и наши души тоже... Да спели бы уже все вместе этот куплет с припевом. Че вы? Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, вы не повернулись, так, чуваки. Чего бы поймал, знакомым раздал.
Слушайте, для меня это шедевральный день. Дима... Браво. Они его оставят в проекте. Круто, очень круто. Слушайте, ну, с Петей ее, с Димой Биланом это дорого стоит. Спасибо. 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 Спасибо, Пелагея. Теперь вариантов нет. Ой-ой. Очень душевно. Очень круто было. Чувак, ну с градскими ты мечтал, бегал. Понимаешь, когда я тебя первый согласен, раз... Дмитрий. Когда я первый раз тебя увидел со спины здесь проходящим, я думал, карапуз у кого-то убежал. Лет 40 назад. Когда ты вышел, шоу, вот устроил шоу, от тебя идет свет. Это дорогого стоит. Мне печально, что ты не в проекте. Спасибо большое. Это было филигранно, шикарно, очень тонко, со вкусом. Благодарю.